Здравствуйте, дорогие друзья. Посмотрите, какой великолепный у нас закат сегодня ожидает. Мы сегодня пришли на обзор «Скала грез», город-курорт Анап. Можете увидеть, как выглядит. Мы с вами сегодня попробуем какие-нибудь блюда. Я попросил сделать именно меню такое, чтобы, ну, не мы заказывали, а то, что ребята хотят рассказать. У нас в Анапе сегодня 22 мая 2022 год. «Скала грез», набережная 2. Улица, если вы сюда захотите приехать на такси, то Таманская 4, это будет Таматрикс, надо будет немножечко пройти. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Так, проходим на наше место, где мы выбрали. Я, кстати, думал, там спереди сесть на столик, но связь вот лучше всего здесь. Машенька, здравствуй. Сейчас должна быть музыка. Здравствуйте еще раз. Ну, нам один бокальчик, я за рулем, не пью. Шато Тамань. Мускат, полусладкое белое. Ну, Тамань я уже пробовал практически все вина. Могу сказать, что это тоже хорошее. Спики до скольки у вас музыка живая будет? До часу. До часу ночи, да? То есть будет с перерывами. Понял. А со скольки начинается? Семь вечера обычно. Угу. То есть вот сейчас мероприятие начинается, и каждый день до часу ночи играет музычка. Это не алкоголь? Нет. Нам только с рассказами. А что это? Сёмги. Я думаю, вы знаете составляющие. Uh-huh. А это капрезе. Моцарелла. Кстати, я хочу отметить, подача очень красиво смотрится. Самый кайф то, что практически все столики стоят вдоль окон, и вы видите море. Это прям романтика, романтика. Ага, спасибо большое. Вот 250 грамм. Ну, что-то это прям гораздо больше, да, смотрится. Ну, объем придает больше салата. Понял. Хорошо. Приятного. Спасибо большое. С клубничкой, ребята. Тебе тоже понравился, да? Очень вкусно. Аромат уже я прям чувствую хороший. Вот как они делают цезарь соус, да? Такой прям тонкий-тонкий. Вот это прям интересно. У меня получается, у меня всегда рыбного вкуса гораздо больше. Ох, лосось, лосось. Я сейчас снял два видео, оба блюда, и я закидываю их в Телеграм. Это горячий. Печеная на решетке. Граммовки 300 грамм. Ага, и цена? Стоимость 960 рублей. Угу. Медальоны из телятины. Как это звучит? 250 грамм, стоит 570. Угу, спасибо. Приятно. Медленно кушаешь, Маша. Спасибо большое. Какая музыка, а? Так и жил бы твой призрак, любя, призраком моим. Ребят, какая? Это телятина. Боже, вау, телятина. Медальон из телятины называется. Закат, море, микрозелень, вообще прям вот с рыбкой отлично сочетается. Девочка принесла мне влажные салфетки отдельно, это прям вообще очень клево. А тут, я так понял, у нас сегодня одна романтика будет, ребята. Какая музыка. Что тебе понравилось? Грибы, а мяско как? Хочешь мороженое? Какая штука, а? Хочешь рыбку попробовать? Рыбка хорошая, вкусная. Все, рыбка вся съедена. После рыбы телятинка прям вообще хорошо заходит. Там жирненькая такая, прям сочная, вкусная. Кстати, ребята, тут шашлык делают. А ты рыбку тут нашла хоть одну, вот лосося? Понравился? Рыба прям, ну, хорошо сделанная, просто, можно сказать, идеальный вкус. Не добавить ничего. Мясо, оно такое, вот именно телятинка, суховатая, такая прям прикольная на вкус. Очень интересный соус. Именно с мяском мне прям понравился. За прекрасный вечер, в отличном заведении. Счастья, любви, чтобы у нас всегда была теплота и искорка в отношениях, чтобы царапались друг к другу. И за вас, ребята. Кто смотрит на море, заказ. Вообще красота. Супер. Как можно откомментировать, вкусно, невкусно? Неголодный Юра прям уничтожил все.
еда, там на 5 баллов, соль, то есть все вот это вкусовые эффекты, прям классная подача, очень красивая. Смотрите телеграм Мориот, блюдо там парень исполняет музыкальные композиции, пока чудесные, вообще шикарно. Вот. То есть он отлично поет, мне нравится. Шикарный стол, супер Андрей Клыков. Самое главное, это вот атмосфера, вид на море. Здесь бесценно, как говорится так. Парень между композициями отдыхает, включает музыку. Вы ее можете услышать, потанцевать под нее. То есть тут получается такая совместная кухня и живое исполнение каких-либо песен. Мне вначале прям вообще зашли такие прям хорошие. Спасибо большое. Композиция. Друзья, на столе у нас Шато Тамань, мускат, белая полусладкая. Не забывайте подписаться, лайкосиком поддержать. В свою очередь мы благодарим кафе. Спасибо большое. Как жаль, что все прекрасно заканчивается, но мы сейчас пойдем посмотрим закат. Просто фантастик. Итак, дорогие друзья, посмотрите, что сегодня происходит в Анапе. Просто фантастический закат. И атмосфера на набережной. Дождь прошел, люди в куртках. 22 мая 2022 год. Друзья, это место, где мы были. Называется Скалогрёз. Так, в общем, атмосферное заведение. Мне очень понравилось. Благодарю за приглашение. Раз в год нас туда зовут. Рассказать о нем, это приятно.